Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дурновский Дмитрий, я генеральный директор компании, группы компании ЦРТ. Я очень рад всех приветствовать на нашей технологической сессии Speech Analytics. Сегодня у нас с вами очень интересная и очень актуальная тема. По оценкам аналитиков Market on Markets, других агентств, размер мирового рынка речевой аналитики уже достигает 1,5 миллиарда и прогнозируется его рост практически до 6 миллиардов к 2026 году со средним уровнем 20-22%. В год. Это очень приличный рынок, и, конечно, такими же похожими темпами растет и рынок разговорного искусственного интеллекта, conversational AI, и мы сейчас видим очень активное сближение этих двух рынков. Понятны нам уже и драйверы, это, конечно, потребности в улучшении клиентского опыта и растущий спрос на услуги поддержки клиентов на базе искусственного интеллекта, и тут наши клиенты, которые пользуются услугами разных компаний, ожидают одинаково высокого уровня развития сервиса в разных каналах. И что это означает для технологий? Да, технологии должны быть готовы к работе в разных каналах коммуникации, в разных условиях, в том числе неконтролируемых. Нужны инструменты. И о многом об этом мы поговорим сегодня. Сегодня наша сессия Speech Analytics объединяет все доклады как по теме голосовой биометрии, так и по речевой аналитике, по голосовым роботам. Мы услышим, с какими вызовами сталкиваются технологии, сталкиваются компании-разработчики, какие задачи решают сегодня. И мне кажется, очень интересно, что у нас сегодня будут и более научные доклады от компаний-разработчиков, и будут доклады такого более прикладного характера от компаний и участников, которые используют эти решения в повседневной своей деятельности. Поэтому, мне кажется, сессия обещает быть очень интересной. И хотел бы еще напомнить нашим уважаемым слушателям, обращающим внимание, что в течение сессии вы сможете задавать вопросы, которые вас интересуют для спикеров. Для этого нужно просто навести камеру телефона на QR-код, который вы сейчас видите на экране, и перейти на страницу. Мы очень ограничены временем, поэтому если у спикеров время останется, то, конечно, мы ответим на наиболее интересные вопросы. Итак, давайте, коллеги, начнем. И для первого выступления я с удовольствием передаю слово Алексею Шолохову из Московского исследовательского центра Huawei, который выступит с докладом «Голосовая биометрия в неконтролируемых условиях». Алексей, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Алексей Шолохов. Я инженер в компании Huawei. Работаю в группе «Голосовой биометрии». И сегодня я расскажу про то, как сделать системы распознавания голоса более надежными для работы в сложных условиях. Ну, я начну с стандартного слайда, чтобы напомнить основные факты про распознавание голоса. Ну, эту задачу можно разделить на две. Это верификация и идентификация. В задаче верификации у нас есть образец голоса человека, и для данного тестового произнесения нам нужно сказать, тот ли это человек или нет. Для идентификации у нас есть не один образец, а много. И для какой-то данной тестовой записи нам нужно понять, какому человеку она принадлежит. В общем, приложение технологии голосовой биометрии включает в себя от банального разблокирования телефона до применения в умных домах для антифрода, персонализации различных сервисов, в общем, и так далее. На этом слайде показана такая общая схема многих современных систем для распознавания голоса. Ну, она концептуально довольно простая. На входе у нас есть речевой сегмент, из которого извлекаются некоторые низкоуровневые признаки, которые потом на вход подаются нейронной сети. Ну, эта нейронная сеть извлекает векторные представления из вот, аудиозаписи произвольной длины. И она обучается таким образом, чтобы вот эти векторные представления или имбеддинги, извлеченные из записей речи одного и того же человека, были близки друг к другу в пространстве имбеддинга, в смысле некоторой метрики, а имбеддинги, извлеченные из речи разных людей, были сильно отличались друг от друга, после чего мы можем
вычислять какую-то функцию сходства этих эмбеддингов и использовать эти значения для принятия решений в зависимости от той задачи, которую мы решаем. Во время эксплуатации систем распознавания голоса можно выделить два типа условий, в которых они работают. Первое – это контролируемые условия. Здесь предполагается, что факторы, которые влияют на качество входной записи, ограничены некоторыми рамками. Ну, например, то, что уровень фонового шума не может быть выше какого-то уровня, или то, что длина записи, которая у нас поступает на вход, не слишком маленькая, чтобы у нас было достаточное количество информации для распознавания. Ну и в целом пользователь заинтересован в том, чтобы система дала корректный ответ. В неконтролируемых условиях, о которых мы поговорим сегодня, пользователь не обязательно заинтересован, чтобы система дала корректный ответ, а даже если и так, то у него, в общем, нет возможности предоставить системе аудиозаписи надлежащего качества. Например, если он хочет записать себя где-нибудь в шумной обстановке, типа как в торговом центре. Ну и когда мы работаем в контролируемых условиях, стоит отметить, что далеко не все входные аудиосегменты пригодны для распознавания. И, в общем, система должна как-то уметь обрабатывать такие ситуации, чтобы не совершать ошибок. Вот здесь на рисунке справа показана иллюстрация того, как оценка сходства двух записей зависит от уровня фонового шума. Значит, здесь синяя кривая – это оценка сходства двух записей, одна из которых является зашумленной копией другой. И мы видим, что если уровень шума очень маленький, что соответствует большим значениям СНР, то есть справа, то у нас мы имеем максимальное значение оценки сходства, единица в данном случае. Вот. А при добавлении шума к одной из записей оценка сходства уменьшается. И это, в общем-то, ожидаемо. Вот. А с другой стороны, красная кривая – это соответствует записям речи разных людей. И, опять же, когда уровень шума маленький, то мы имеем малое сходство, что, в общем, так и должно быть. Вот. Но при увеличении уровня шума в области отрицательных СНР мы видим то, что мы снова получаем оценку сходства, близкую к максимальной, и это, в общем, мы бы не хотели ожидать такого поведения от системы. В общем, ну, обычно эта проблема решается тем, что в системе распознавания у нас есть модуль, который отвечает за оценку качества входных данных, и если оно неприемлемое, то он может просто принять решение об отказе от дальнейшей обработки этих записей. Ну, существует много возможных вариантов, как это реализовать, начиная от каких-то простых идей, типа как оценить СНР для входной записи, либо, например, мы можем обучить какую-то нейронную сеть, чтобы она предсказывала некоторые оценки качества. Например, можно ее обучить на субъективных оценках, полученных от людей, такой датасет сложно собрать, либо можно, например, пробовать, чтобы она сделать так, чтобы она предсказывала тот же самый СНР, и, в общем, такой датасет уже искусственно легко сгенерировать. Вот. Но потенциальный недостаток таких подходов в том, что для этого нам нужно еще, возможно, обучать какой-то дополнительный модуль, который бы использовал эти оценки качества для корректировки предсказаний системы, для корректировки, в общем, решений. Вот. Альтернативный вариант – это интегрировать оценки качества в целевую функцию, которая используется для обучения экстрактора этих эмбеддингов.
и также в само представление, которое мы извлекаем из записей. Вот. Ну и я расскажу про один из таких подходов. Это вероятностные имбеддинги. Ну вот если детерминированные имбеддинги – это просто точки в неком латентном пространстве, то вероятностные имбеддинги можно рассматривать как случайные величины в этом пространстве. Ну, здесь для моделирования у нас есть несколько опций. Ну, наверное, одна из наиболее простых и удобных – это нормальное распределение, у которого есть параметр дисперсия, который можно интерпретировать как ну, неопределенность оценки этого векторного представления, этого имбеддинга. Вот. Ну и стоит ожидать, что, например, для аудиозаписей плохого качества, вот эта вот оценка, вот эта сигма в данном случае на слайде, она будет иметь большие значения. Ну, на самом деле, сама идея использовать вероятностные имбеддинги в голосовой геометрии не новая. Например, еще в начале 10-х годов, когда были популярная так называемая ай-векторная модель, ай-векторные имбеддинги. В общем, там была также предложена идея вместо точных оценок использовать обсерваторные распределения, которые для данной конкретной модели просто по ее природе, ну, по конструкции самой модели получались такими, что ну, вот эта вот дисперсия, она получалась как бы обратно пропорциональной длине записи, что в некотором смысле интуитивно понятно, что чем у нас длиннее запись, тем потенциально у нас больше информации, которую мы можем использовать для распознавания. Но, к сожалению, вот это такой явной зависимости не наблюдалось, например, для других способов деградации аудио, там, например, для аддитивного шума и так далее. Вот. Для более современных систем, которые основаны на нейросетях, та же самая идея может быть реализована добавлением дополнительного выхода к этой нейронной сети, который ну, вот также предсказывает неопределенность. Ну, и у нас улучшалась общая точность распознавания.